Собирай, собирай, ищи, может, кристаллы выпадут. А, черт. Ух ты! Ух ты, выпало. А чего вы выпадаете? Эти кристаллы для Ихора. Ай, вспомните, Ихор это очень-очень... Короче, Ихор это... Как тебе объяснить, вот меня сравнить не с чем просто. Он настолько крутой просто, понимаешь? Там инструменты обалденные, они вообще наимощнейшие. Там броня обалденная. Там теперь летаешь как в креативе, бегаешь как вообще я не знаю кто. Короче, он лучший. Эти все объясняется. Блин, тупые летучие мыши, вот из-за них нормально не побегать. Тебе бы депутатов продвигать. Мне депутатов? Продвигать. Почему? Но он короче лучший, он... Ну вот как ты сейчас не рассказываешь? Шутка же! Ой, я что ли захотел? Так, стоп! Черт! Дело. Черт! Давай эти кристаллики тоже собирай. Если выпадут. Сколько у тебя уже есть кристаллики, нет? У меня уже два. Кого? Шарда? Кристаллик. Ну, ну да, в смысле, шар, кристаллик, как он там правильно. Андрей, вот эти прожектора вообще никак нельзя сделать, чтобы они работали без проводов. Ай. Нет, ты можешь Андрей, каждый из них поставить на этот, на безмесячный трансивер и от трансивера провести провод. А тогда в иммерсивном жизни вообще нет физически беспроводной энергии. Ну, как бы логично. Как называется этот пианик только по-русски? ID скажет. Ну блин, если ты говоришь на английском, просто в виде там medium voltage, там MV. Эти он выдаст там MV connector, MV coil там 1067-2002. Ой! Или ты про что? Вать, не подходи, не подходи, дурак! Лава? Твой дурак! Да нет! Взрыв? Ты понимаешь, что я... Вадик, телепорти! Спасибо! Фиолетовая штука как называется, которая энергию передает? Дименчный трансивер. Айди его! Передача. Восемь, шесть, три. Фак! А, Вадик! Максим вылетел? Нет. И Максим вышел. Смотри, стой, остановись. Иди к порталу. Портал не быстро. Это пипец. Пришел? Теперь, смотри. Вводи команду. Дай сам пишу. И готовься, как я тебя сразу нажать. Эй, вы что там читерите? Давайте я приду вас спасу. Потому что это реально, это капец. Сейчас, готов? Ты в пустотной ноде или в лаве? В ноде. Нажимай. Я, кстати, так, я так и не нашел, но я нашел пчелку, которая может сделать. Это пипец, мы просто там, короче, не знаю, заснялось, нет. Пойдем посмотрим еще раз. Ага, ты помнишь, где она находится? Сейчас я домой сбегаю сначала. Вот, я бегу, смотрю, нода знакомая, по-моему, говорю, типа, это как раз-таки непростая нода, я смотрю, ямка образовалась, Вадик бежит прямо к ней, я говорю, стой, стой, он забегает, она его всасывает, я подбегаю, ударяю его, он вылетает, меня всасывает, меня вышибает гастом, меня опять всасывает, ну, в конце концов, Вадик телепнулся, а я там остался, блин, это вообще беспредел. А Вадик бежит к ней сейчас? Сейчас, да. Нет, Вадик, по-моему, в аду просто меня ждет. Сейчас я хочу ранить ну, зарядить, ждет, а то я... Он не ждет тебя. Да? Я вот сейчас за ним бегу. А, понятно. У нас закончилось потенция.
Вот, а еще можно сделать автоматическую генерацию аспектов. Чтоб такой у нас, оп, меньше 10 тысяч потенций. Я такой, оп, закидываю дубль. Ага, ну это... Не, можно так-то? Углям вообще. Там красная пыль, наверное, даже выгоднее, если у нас ее много. Посмотрим. А куда? Вадим идет к ноте или что? Ой, а можно мне, пожалуйста, не застревать на зараке? Так, где Вадим? Я его не вижу. Я его потерял. Вот так вот сделаем, и вот теперь понеслась. Эй, а где Вадим? Не знаю, Вадим. Все, нашел. Я нашел. Стрелочку вверх. Стрелочка вверх, Вадим. Ты что? Покажи. Стрелочка вверх. Вадим, стрелочка вверх. Ты что? Давайте, значит, такой стрелочкой вверх. На вас CD играет. Он, небось, тоже всякие гонки на этих, на вас, да, проходил, а не на стрелочках. Я тоже гонки на ВСД. Дитя прогресс. Ты помнишь, Вадик, где это? На стрелочках двумя руками. И только потом. Нет, в смысле? У меня сначала было по стрелочкам, но потом я, когда можно было на ВСД, я перешел на ВСД. А почему раньше нельзя было? Нельзя было, можно. Ну, в смысле, я как-то сначала у меня получилось так, что я играл так, а потом понял, блин, надо играть не так, и играл не так. Осталось тебя найти. А, я слышу, что ты крики, это, наверное, ты. Сас. Это Шизел. Вот, да-да-да, вот он, вот он, вот он. Такой веселый. Видишь, да, его? Да, вижу. Ну-ка, я успею его помочь. А давайте томометром. Изучим его. Попробуй. Все, Вадик засосал. Так, я пока изучаю Вадима. Вадик, уйди отсюда. В Вадиме есть лед. Так. Так, где? Вон. Томометр. Я такой. Оп, такой, оп. Так, голодный, 25 айра, 17. Давай, косой. Ай, не могу. Фу, блин. 20 тигнис, 20 люкса. И сейчас терр прибавляется. Чего вам надо? Да ничего, мы просто веселимся рядом с ним. Ну, сосует он. Агою кормить. Смотри. Он ест. Ух ты. А, типа этот? Это я копаю, подкармливаю. Тоже так могу. Меня веселее. Только узел не сломать. Нет, он всасывает, смотрел. Ты видел? Да, было опасно. Он вообще... А он ее всасывает просто. Он его тоже сосет. Он его тоже скушает. Кстати. Просто искажает, смотри. Летучие мыши-убийцы. Их засасывает... Эй, знаю, что? Они на меня, спасибо. Я знаю, ну как бы. Они такие должны были. Оп! И попасть. И зажимать. О, попал. Вот так. Эй, не я. А мы его кормим, а что поэтому потом происходит? Не знаю, она становится больше, сосет больше. Засасывает сильнее. Дальше. Больше аспектов в ней. Сделал убор и выкопал в краю. Кстати, а может здесь мой наблюдашник щита что-нибудь сможет сделать? Стоп, это ты пыльнул или меня так нет, высело? Нет, я тебя высело, наверное. Фух. Стой, смотри, вот я такой стою. Видишь, как меня отбрасывает? А почему? Потому что у меня щит. Вау. У меня такого нет.
Ух ты, не лава. Который ни от чего не спасает, кроме этого, видимо. Он теперь спасает от пустоты ноды. Скинцу посмотрите. Да нет. Да мне нравится. Здесь развлекаться надо. Эй! А все же то, что мы ее кормим. А че в лаву? Че в лаву? Я не хочу в лаву. То, что мы ее кормим, это что нам дает? Она будет сильнее засасывать. И можно будет. И будет веселее улетать от нее. Что это такое? Кого вы там кормите? Я хочу посмотреть. Ну, Лауру. Ты никогда пустую ноду не видел? Пустую ауру, да, ноду. Нет. Голодная. Голодная, точнее. Злую, я ее злую. Нет, я даже не знаю, что такое ноды. Узел. Узел ауры. А, как она заколебала кушать. Я катаюсь. Фью. Эй, не в лаву. Пчу! Так, я хочу посмотреть, как это на F5 происходит. Эй! Так, где я? Вот он я. А ведь хорошее вот в этих нодах то, что они типа этот. Из них хорошие эти получаются какие-то узлы-то. Мощные. Да. Так как у нас есть пчелы, сейчас это просто для прикола. Да. Чтоб так. Где? А стрелон тоже интересно засасывает. Шу! Нет, стрелон не засасывает. Ай! А когда засосет, что произойдет? Бобо, он тебя просто съест. И все твои ресурсы. И все, ты их никогда не вернешь. А ты где? Ты как тебя на тут съел? Что? Ну, Макс не съел, Макс телепортировался. Это забавно. Это как в лаве утонуть. Так, у меня чей. А, это у меня. Чей-то тулометр. У меня мой тулометр. А да, так прикольно все съедает. Ладно, пойду с видюшкой. Пчу! Ты опасно вообще. Вот так. Пчу! А что, ты ее сломать же хочешь? Нет. Вместе с Вадиком. А он не знаю. Возможно. Она не должна сломаться от этого. Стоп, а вот это. Фейерверки! Да. Стоп, а фейерверки нас засасывают? Давай крафтить фейерверки. Для ноды. Да. Чтобы развлекаться. Их же можно разно взрывающимися делать с помощью алмазика. Вау, смотри, как красиво, блин. Смотри, видишь? Да слушайте, ты бросьте меня к себе, я хочу посмотреть. Только чтобы меня не засосало. Прикольно так. Видишь, как они летают поначалу. Идиваться. Если вот так вот пустить их, смотри. В обычном мире нельзя тетерпнуть. Смотри, вообще классно. Так, проверки. Васька видел, да? Сейчас приду. Сейчас Денис заценит. Подойдет, заценит. Вообще классно. Так, освещение готово на площадке, я иду. Так, надо вещи выложить, пошли. Можно вопрос? Вы тут все каблой заделали, а где вход? У меня, короче, иди ко мне в этот. В том крафтовский дом! Фух, еле выбираешься из этого узла. Он свинюшку съедает. Все, умерла. Вот, иди, короче, ко мне дом, потом в подвал, потом к подвалам к пчелам и налево. Сейчас. Так, тебе в дом. Потом в подвал к Андрею. Нет, в подвал ко мне. Ну, к пчелам, в смысле. В подвал. Андрей же там живет, Андрей же пчела.
Смотри, пчела, и он живет на цветке, это не путаешь. Так. У меня есть туча. О, так, я в подвале. Или куда поворачиваешь? Ну, в подвал направо, к пчелам и налево. Я нашел, я по звуку нашел, он издает звук. Я знаю, что он издает звук. А я в старый хожу. Потому что я знаю, где он. Ха-ха. Ну, в смысле, ты ставишь? Если тебе не лень копать землю под него... Что копать? Дырка. И меч. Ты сделал дырку! Оу, ну. Значит, пустота. Тебе можно... На балдашник. Так-то. Ну я понял, да, какая. Вадик, ты опасная вообще, я тебе скажу. Фейерверки! Ну-ка. Стоп, а где фейерверк? Вон он летит. А, стоп. Ты его не пустил. Я сделал только звезды. Я не сделал сами фейерверки. Фу, ванильча. Неопытный. Вообще неопытный. А то моды. Даже фейерверки делать не умеют. Ну, Денис, ты где? Дай быстрее, мы тут тебя ждем. Я обычно при переходе из мира в мир вылетаю. Из мира в мир. Я тут. ТП ко мне. Это где? Голодный узел. И чё, а чё он меня тащит к себе? А он тебя всасывает, он тебя сейчас может сожрать, если ты тут не вылетишь. Вот, смотри, в чём прикол, смотри. Сейчас, такой этот, короче, сейчас убить, смотри. Вообще классно. Нет, сад... Вообще, эго, офигенно. Огонь крутит? Нет. А, чуть-чуть, а нет. Крутит. А, он возвращается обратно, да-да. А они, видишь, потом взрывают, смотри, видишь? Так, если... Теперь мне это четыре фейерверки. Смотри, у меня еще есть вот это вот. Сейчас. Макс, встань так, чтобы я смог на тебя мышь летучую пустить. А, дай мы пробуем уже. Не, это не особо. Фейерверки. А, она просто. Ну-ка. Что это? Андрей молодец. Они все вверх полетели. Ну, хотя бы засниму фейерверки. А! Засмотрелся. Не, засасывает. Да, это... Прощай. Снеговик. Да что вы сделали? Подожди. Прощай. Ну, балдашник на фейерверке. Все, они кончились. Ух ты, смотри. Я знаю, чего. Звезды, смотри. Что? А что это такое? Это один большой шарик. А у меня вот эти, мелкие. Очень много мелких. Он вон крутится, смотрите, он крутится. Да. Это планета. Которая сейчас сосет солнышко. Маленькое солнышко. Или нет, подожди, смотри, он не может, видишь? А, не всосал, ну ладно. Не, они просто рано или поздно разобьются. А червоточина? Вот как раз это мы и пробовали. Ты лучше в бок от нее стреляй, она будет крутиться вокруг нее тогда. У-ху! Найс. Мне кажется, она рано или поздно взорвется. А! У нее же нет хп. Если сейчас не взорвалась, она еще не взорвется. А в ней вообще что-нибудь находится, каким-нибудь аспектом? Да. Все, что она поглощает, она собирает как бы... Как аспект. Ух ты, огонь заворачивается, вообще классно. А как его исследовать? Вы его исследовали? Ага. Опасно! Отвали от меня! Когда у вас есть телепортация и другие всякие фишки. Постреливает. Меня к себе! Там гаст.
Спасибо. Знаем Гораста. Я исследовал. Подожди, у меня есть идея. Это слишком долгий, Денис. Не, ну если мы найдем еще одного Гораста, то мы сможем сделать спавнер Гастов. Увидел Гаста. Знаете, надо просто мем сделать с Андреем. Лицо. Увидел Гаста, сделал спавнер Гаста. Увидел зомби, сделал спавнер зомби. Он с огнем самое прикольное. Он вообще сался этого черта. Жалко, стрелы не сался. Не сался, не знаю. А если под наклон, типа сверху вниз? Владик, ты дурачок, куда ты полез опять? Ладно, хорош развлекаться, пошли за свинозомби. Ты собирай ресурсы. А у вас мечи на удачу? Нет, у меня лук. У меня на удачу. Она тоже убивает свиней. Чуть забыл, да, такую штуку. Мечи же тоже такая фишка есть. Хренатали тонкие! И как тут много висков, пиздец вообще. Кстати, Гаста еще давно нашли. Мы Гаста еще давно нашли. Нужен, нет? Ох ты, крепость! Ясно. Нужен Гаст. Ты? А что, я не убивал его? Кто его убил? Вадик, что, Вадик, ты зачем Гаста убил? Зачем Гаста убил? Сказали же, не надо. Крепость нужна? Крепость есть? Нет. Ну, там сундуки есть веселые, но нет, не нужно. А вдруг в сундуках что-нибудь интересное? Тут там даже скелетов-сушителей очень-очень много. Ёшкин кот, почему их так много здесь? Почему их так много? Где ты? Ты где, Макс? Гурман такой обожженный бежит. Вообще много их там, я скажу. Гранату. Вы что сделаете? Там же лава течет. Оу. Бывает. У Андрея пора отбирать взрывающуюся штуку. Вообще. Я вообще-то молнии стреляю. Тихо. Вообще без предела. Взял лаву. Андрей, ты что тут разносишься? Ничего интересного. Андрей. Вот он такой, а не черный латексный говнюк. Блин, она от меня отлетела. Эй, а где я? Можно мне? Ты в стене. Так, бедрок, я понял. Дальше некуда. А где я опять? Вот я опять. Загрузился. Спаунерский зомби отсутствует. Вот почему, когда в ванилу играешь, ударишь одного, на тебя толпа. А когда они нужны, нет. Андрей, я Гаста нашел. Гаста нашел, Андрей. Давай флакон и сюда. А, вон вы, ловите его. Макс, снимай, как он купается. Ага. Подожди, Гаст? Гаст купается. Так. Гаст купается. Андрей, не засасывай, Гаст купается. Меня опять вниз. Все, нормально. Ну вот, Макса, подожди, дайте его термометром изучить. Ну, изучай. Догнать надо. Наш... Ну, а ты не переключал скорость? Медленный Денис. В смысле не переключал скорость? Можно переключать скорость. У тебя зачарование какого уровня? Третьего? Значит, можно. Я не знаю, какого у меня уровня. На плечке что написано? Суперман 3? Сейчас посмотрю. Ты изучи его, он как раз ему купается. Да я изучил его уже давно, можешь колбу занимать.
Да, сверхчеловек 3. Значит, ты можешь переключать. А как? Вот посмотри в Марио Культуре, там две кнопки нужны. Это Toggle Enchanting и Activation Key. Вот их вместе с нет. В настройки, что ли? Да. Настройки управления мог бы раньше сказать. Так. Отдалить. Railcraft. Вайла какая-то. Движение. Игровой процесс. Я не вижу здесь панельки.